Итак, ребята, всем привет. Находимся в Южной Каролине. 2024 год. Какое число сегодня? Не знаю. Число мы уже подзабыли. Всем привет. У нас день сурка, мы число не знаем. 23-е, скорее всего, число. Или 24-е января. И вот, ребята, машина. Подарок будет для родителей. Ну, мне пока придется испытать ее, немножко поездить. Но родители получат документы, и вот отец будет за рулем такого автомобиля. Кадиллак. Элвис Пресли подарил розовый кадиллак маме, а Макс дарит золотой. Золотой кадиллак. Ребята, кадиллак. Машина простая. Ну, как простая? Я имею в виду, что она стоит недорого. Она 2012 года. Вот пробег 98 тысяч. 8 тысяч цена. Но... Итак, ребята, сейчас я вам скажу финальную цену. Руслан, говори, наверное, ты. Отдали нам ее за 6900, и $300 нам впарили какие-то страховки. Ну, как всегда, этот салон парит. Ну да, типа на целый год, типа можно не переживать за лобовое стекло. Оплатит, страховку надо свою просто позвонить, но оплачивать будет штат. Ну, наверное, штат Южной Каролины, да? Ну, это больше как бы от мошенничества, что она не в угоне состоит. Я понял. Если вдруг будет конфликтная ситуация, тебе полностью это вернут. Ну, это обязательно. Здесь уже у нас идут линзы, очень хорошая оптика. Идут уже, но это не диски, да? Но, может быть, это диски, но, нет, накладки. Но с дополнительными накладками. Или такого не бывает? Значит, нет, бывает, это колпаки. Ну, а он на металлическом диске или на титановом? Ну, не видно тут ставится. Ну, не видно. Но, скорее всего, титановый. Скорее всего, алюминиевый, да. Титановый. Да, алюминиевый. Алюминиевый, да. Это просто дополнительные, как бы, для красоты. Может, они закоцаны и дополнительные. Ну, резина прям в каком-то масле. Они ее подготовили, скорее всего. Мишелин. Ну, да, Мишелин. А размер какой резины? Ну, это, наверное, 20-й. 20-й. 19-й, сейчас глянем. Радиус. Это вообще просто жесть. 20-й. Очень огромный. Ну, колеса 25. Просто сумасшедшие. Тормоза в идеале. Ну, у него клиренс, конечно, небольшой, да, такой, как у Лексуса. Мы смотрели Лексус, но у Лексуса при заводе сразу потекла жидкость какая-то. И он, как бы, пробег 220 тысяч, а здесь 98. Ну да, дороже чуть стоит. Тот за 3, этот за 6900. Вот тот не за 3, а за 4. Ну, за 3500. Да, мы планировали за 3 выторговать. Да. Но еще не факт. Ну, ребята, сейчас мы только еще на эмоциях. Все, закрыта машина уже, он закрыл. Но там внутри просто жесть, еще будет видео. Вот так вот Кадиллак. С мунруф. Вот она какая крыша на всю как бы длину машины. Считайте, что мунруф. Багажник открывается тоже, наверное, с электро, да? Мы не проверили. Мы не проверили, ну ладно. И запаску не проверили. А вот, ну, это, у, кстати, тебя предустановлена вся эта байда для перевозки. А, для перевозки все уже есть. То есть фаркоп. 7-пиновый коннектор и 4-пиновый. Ага, два коннектора. Все, вот под низом машину, если заглянуть, не знаю. Наверное, все отлично. Руслан, а мы даже не смотрели низ. Так а что смотреть-то? Машина четкая вообще. Ну, на камере будет видно. Два выхлопных этих. Просто скорость набирает сумасшедшую. Но вот эта версия SRX. Я не знаю, если не разная, наверное, Кадиллак. Ребята, напишите, кто разбирается. Крутая ли эта версия? Вот она, выгравлена. Кадиллак. Да, Кадиллак есть Кадиллак, ты чё? Массей какой-то 3,6 литра. Ну, это модель. Ага. Вот какие у него выступающие фары. Да, красиво. Блин, ну, на эмоциях просто красота, а не машина. Никакой ржавчины, ничего, просто. Сзади тонировка просто такая, которую ты не увидишь, ничего. А, вот поцарапано, да, немножко? Это все ерунда. Но машина-то все-таки 12-го года. Какие-то деньги. Да. Все, коричневая кожа идет в салоне. Перфорированное сиденье. Ну и функции просто уйма. Я просто сейчас и не знаю. Вот она какая кнопочка. Это бесключевой доступ, скорее всего. Ага, ну и давай. Можно запрограммироваться. Угу. Ну здесь, короче, это американская машина премиум класса, да, Руслан? Да. То есть все, что может быть, все, оно может именно быть, в этой в Кадиллаке есть. Зашито. Тут даже есть омыватели фар, да? Вот они. Они выезжают, скорее всего. И вот еще омыватели, наверное, противотуманок, да? Не знаю. Но партроники везде стоят. Вот царапина небольшая все-таки. А! Ну это маркером закрасит. Ударились. Все. Да все херня это. А ну-ка снизу давай посмотрим, что это у нас. Ну эта машина уже наша. Ну что-то двигатель, коррозия пошла.
Фигня? Ну, в общем... Макс, на 5 лет ее хватит. На 5 лет машина. Ну как, если такая жесткая эксплуатация? Все, ребята, вот хотелся поделиться впечатлениями с вами. В автосалоне оформляется все за 5 минут. Сейчас мы залог дали $500. А через 2 дня машина будет уже у меня. То есть надо будет еще все собрать, сумму. Из последних сусеков на скрипти. Но все будет хорошо, да, Руслан? Да. Ты считаешь, что это очень удачно, да? За такую сумму. Макс, шикарный автомобиль. Просто шик. Все, ребята, всем удачи. Удачи, всем пока. Хорошее настроение, до встречи в новых видео. Будем опять снимать и про автомобили, и про наши дома, участки, и про жизнь в Каролине у океана. Всем удачи. Улыбнись.